все-таки забрали мы этот трактор, понравился он. Вот стоит уже, дождались эвакуатора, стоит эвакуатор, сейчас будем грузить и едем домой. Так что в офис он прибыл, забрали мы его, день два скину остальные видео уже с этим трактором, он у нас уже маленький ремонтировал, сделал, а сейчас области мы его забрали, я уже говорил, город Китаев. Выставлен он был за 125 тысяч, сговорились мы за 110, за 110 тысяч мы его забрали. Единственное, что дороговато обошелся нам эвакуатор, еще то есть 25 тысяч. Итого у нас он дома 135 тысяч. Ну, я считаю, нормально. Трактор мне понравился, есть что в нем подделать. Основная это кабина, но я дальше уже скажу, что кабина пока стоянная. Да можно и так, все. Никуда он не денется нам. Что, он оторвет, что ли? Да нет. Все, так затаскивай? Да, он сейчас тебя натянет и потихонечку пойдет, да? Он затащит лебедкой. Сам затащит. Только колеса смотри. Он покажет, как надо. Да. А многие, знаете, вот любят вот такие, чтобы было лучше не красить. Все заводское. Ну, да. Так то же самое, приехали из-за чего? Из-за того, что он комплектный, да. Нормальный. Даже трубки все на месте, да, из-за этого. Да, вон выход, да, все. Ну. И взад они у этот, да, есть, да, и да, так есть. Крыша наоборот открывается вперед. Это на больших сзади, а эти на наоборот вперед. Масло на щетку. А что на его? Вот это колясика поменять, крылышки поставить, где-то можно и подправить так-то. На. И все, да. Ну, сезон два отъездит и с такой кабиной, ну, нормально. Да, да, да. Это колесо смотрели. Ну вон, вон у нас уже на готове лежит. Да? Да. А что с этой?